Предложение главы правительства страны на Барнаульском шинном заводе решили воплотить на деле. Теперь здесь работают по усеченной рабочей декаде 4 дня. В остальные отдыхают. И так до конца августа. Объясняют, сейчас много заказов, а вот летних отпусков на всех не хватает. Из года в год спрос на продукцию нашего предприятия увеличивается. Сейчас у нас преддверие наступает осеннего сезона, потребители готовятся, соответственно, отпустить специалистов в летний отпуск, да, то есть у нас не представляется возможным. Именно поэтому по многочисленным просьбам коллектива было принято решение предоставить дополнительный выходной, чтобы люди могли отдохнуть, насладиться погодой, то есть побыть с семьей. В принципе, коллектив эту идею принял позитивно. Правда, речь не идет обо всем многотысячном коллективе. Такие нововведения коснулись лишь сотрудников завода управления. Для других все останется по-прежнему. Производство также работает непрерывно. Это 24 часа, 7 дней в неделю. Мало того, планируют увеличить штат сотрудников. До 31 августа введена 4-дневная рабочая неделя. Эти дни дополнительные будут оплачиваться. Поэтому есть прекрасная возможность заниматься своими домашними делами, приготовить детей в школу. Мы готовы предоставить более 2000 рабочих мест на нашу промышленную площадку, поэтому подбор персонала мы ведем постоянно, нам нужны люди, мы всех приглашаем к нам. Самые востребованные – сборщик покрышек и вулканизаторщик. Здесь готовы обучить даже с нуля. Главное, говорят, желание. Такие примеры уже есть. Я прошел 10-дневное обучение, стипендия оплачивается, коллектив дружелюбный. Первое время у меня были вопросы, мне помогали, и с этим проблем вообще не было даже. Пока одни только планируют, другие уже осваивают на практике. С таким решением руководства завода согласны многие мировые эксперты. Уверяют, от 4-дневной рабочей недели только плюсы. Например, это благоприятно сказывается на здоровье сотрудников. Кирилл Политов, Александр Антропов. День с толком.